Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем играть за дом Таргаренов. В дипломатии у нас война с Ботанией. Один город у них остался. Сила войск у нас 18 тысяч против 877. Воюем с Уландией 18 тысяч против 4 тысяч. Западной империей 18 против 1400, и с Астургией 18 против 4800. У Ботании остался один город, у Западной империи нету ни городов, ни замков, но зато у них много кланов наемников, я смотрю, подобрали, поэтому еще не будут сопротивляться. Ну, у Астургии 5 городов, 4 замка, и у Уландии 5 городов, 2 замка. Северная империя платит нам дань 1450 монет и воюет с Южной империей. Южная империя платит 2800 и воюет, соответственно, с Северной. И султанат Асираев воюет с кузаитами и платит нам 1500 золотых монет. Были восстания. Те стурские города, которые мы позахватывали, восстали, стали независимыми. Нужно с ними разбираться. Ну плюс надо добить Ботанию, уже один город остался, и зажимать Уландию, чтобы у нас западная часть карты была полностью под контролем. Так, что у нас с войском? 285 на 288, почти полный. 66 пленных. Я думаю, мы доберем. Смотрим, что у нас с продовольствием. Виноград, зерна, всего у нас достаточно, 17 тысяч. Меч продадим, заберем 16 400. Так, управление городом надо поднакинуть денег. У меня жена тут губернатор. Вот так вот все выстроено, тут строевое обучение идет, все у нас строечка, строить нечего. Лагета полностью застроена по максималке. И у нас еще один свой город. Это Артизия. Тоже выстроено все по максимальному. Так, 226 у нас очков влияния. Я думаю, пока мы добежим до Ботании, соберем мы армию. Так, соточка один день. Я имею в виду больше 100 войск. 129 один день в пути. Вот, 200 человек, отлично. 105 один день, 131 один день, 146 замечательно один день, и вот 6 часов 120. Ну, я думаю, вполне достаточно, а там доберем, если нужно будет. И пойдем к ботаницам. Так, вот еще одна наша армия, замок осаждать начали, но это очень далеко, я сейчас туда не пойду. Гонит кто-то грабителей. Так, владелец Сарагота, где у нас Сарагот? Где, я его не вижу. Вот он. Захватила наша армия Сарагот. Смотрим, кому мы его передадим. У этого клана один замок. У этого клана один замок. И у этого клана ничего. Это дом Кириллов, это я его создавал. Поэтому я прям потрачу. Ого, 330. У меня столько нет даже влияния. Ну, извини. Отдадим вот этому, чтобы не тратить очки влияния, потому что у нас просто их нет. Так, разбойников гонять — дело хорошее. И вот еще один замок осадили, но тоже очень далеко. Надо добивать Ботанию, а потом уже разбираться со всем остальным. Наемные лорды перешли на сторону Ботании.
Загнать бы их всех в замок, там всех и накрыть одним махом. Не, как повыскакивали. Так, смотрим. У меня один лорд на подходе. У него 48 человек осталось. Надо его отпустить. Так, осадить город. 952. Очень большой город. Очень хорошо защищен, да? Так, выстроим трибушеты. Посмотрим. 70 у него осталось, а в реале 40. Так. Да, 42 у него там раненые. И он еще ко мне даже не дошел. Я его отпустить почему-то не могу. Почему я не могу, не знаю. Вот этого ничего не меняется, нужно что-то случилось, что-то подзависло, я не могу прям в армию добрать народ. А, наверное, это я поставил версию 1.8.0. Теперь вот интересный момент. Я нахожусь в осаде и не могу управлять армией. То есть я не могу их не распустить, кроме как добавлять сплоченность. И призвать в армию тоже никого не могу. Здесь 952 человека. Мы выходим, проверяем. Да, нельзя теперь в осаде призывать и выгонять лордов. Этого лорда мы отпустим. 14 часов и будем созывать все, что тут рядом есть. Я его позвал, потому что это с моего клана и 0 очков. Тратим на него. Так, 70 90 86, вот 106, вот еще 2 по соточке, насколько я тут уже их насозывал, на 57. Ну еще кого-нибудь, вот 90. И вот теперь осаждаем. Так, осадить. 3 бушетики. Еды на 33 дня. Даже если эти лорды подтянутся. Вот отлично. Мы нормально их разнесем. У меня уже 1600 народу. Так, трибушеть эти в резерв. Быстро будут отстраиваться. Очень много людей на защите сидит. Вторая готова в резерв. И у меня еще 2 лорда на подходе. Один лорд на подходе на 143. У меня будет 2000. Мы нормально разнесем этот город ботанийский. Так, есть. И четвертая почти готова. Четвертая почти готова. Выставляем эти трибушеты и начали ломать. 1800. У меня на 1000 человек больше. Так что мы нормально город возьмем. Потом я поотпускаю мелких лордов и пойдем дальше зачищать территорию. Сплоченность они подъедают хорошо в такой большой армии. Очень быстро отстраивают скорпионы. Так, это что? Объявить войну Северной империи. Ну, мои лорды не перестают меня удивлять. Не можем удержать эту территорию. Объявлять еще одной империи войну. Это, конечно, так. Сплоченность вот начала мигать. В 1.8.0 теперь мигает сплоченность. Я не видел этого в 1.7.2. И это очень приятно радует. Обращаешь сразу на это внимание. Так, одну стену почти завалили. Так, трибушеты у меня еще держатся. Так, развалили одну стену, одну трибушету. Возьмем сюда катапульту огненную. И сюда катапульту. И сюда катапульту.
Так, и сюда катапульту. В резерв. Вторая готова в резерв. Третья в резерв. Так, начинает падать сплоченность. Накинем. Четвертая готова почти. Выставляем, что у нас тут уже настроили. И понеслась. Добивайте стену. Есть, добили стену. Одна баллиста осталась. Одна на подстройке. Я думаю, нам этого достаточно. Сделаем последнее приготовление. Троих улучшили. 262. Доберем. 262. Двести семьдесят. Да, в принципе, всех забираем. Все равно 274 только получается. Так, и что у нас? День. Отлично, возглавить штурм. 1894 у нас армия на 924. Понеслась. Раз, вижу, где вторая. А, вот они, две рядом получается. То есть... Всех ставим поближе. И понеслась. Лестничка. Нормально, меня кто-то уже сбил. Отвлечем лучников на себя. Тихо. Отлично. Ух ты какой, а. Блин, зачем я лузер? Хорош был. Так, вот сюда за стену. И теперь тут лук, стрелы есть. Никого со спины нету. Можно тут поснайперить немножко. Так, прям тут кто-то показалось. Есть. Есть. Убил. Полные стрелы. Так, наши нормально зашли. Огненная катапульта лупит по стенам, отлично. Разносят он, наша армия. Батанецы. Так, отсюда хорошо смело. Снял. Есть. Так, аккуратно по своим. Давим. Нельзя. Есть, зацепило. Так, поднимемся сюда на мост. Вот народ гнернулся. Тут есть стрелы. Отлично. Вот,
Ох, я воспринялся один мешок. Чужой есть. Снял еще одного. Есть. Все, уже отступают. Добил. Попал. Есть туда в комнату накидываю. Попал. Да, наши зашли. Пополнимся стрелами. Есть мой. Сюда. Не отпускаем никого. Кто ты какой? Мой. Завернул его на точке появления. Может еще кто-то? Да, вот красавцы. Тихо. Снимай. Молодец. И этого есть. Ух ты, это катапульта своих привалила. Еще немножко осталось, а вот эти немножко. Ну давай, появляйтесь. Эх, успел прикрыть. Есть. Еще кто-то есть? Есть еще, есть одного. Есть второго. Ну давай еще. Есть. Ну еще кто-то будет. И последний. Ну. Ох, еще двое. Это даже не двое, там народу столько гнидом есть. Есть. Лови стрелу. Ух ты. Откуда эти? А ну все ко мне. Чтоб там подзависли. Ты стрелял. Видно, кто-то между воротами застрял. Откуда там еще батанецов столько взялось? Да, народу тут набило. Еще появляются, да сколько их там. Ух
Я думал, тут кто-то подзавис где-то на ступеньках. Наши тут сбиваются толпой, как кого-то достать не надо. Все, победа. 39 человек потерял из армии, 5 из своего отряда. Цитадель отступили. Сколько там мне, 38% жизни. Я пошлю воинов. И победа. Так, 13,8 в известность, 13,8 во влияние. 7 боевого духа взяли, у меня 79, потому что я набрал пленных перед боем. Так. Будем пленных продавать. Да, продадим, все равно тут находимся. Так, вот эти грабители заберу, сейчас закину в цитадель. Еду забираем. Лошадей нету, на 14600 ребятам на опыт раздадим и разграбить. Заодно боевой дух подняли до 96. Смотрим, атлетику прокачали. Восстановление ваших очков здоровья при стоянии на месте ускоряется. Пешие воины вашего отряда ежедневно получают по 10 очков опыта во время ожидания в поселении. Восстановление очков здоровья при передвижении на 10%. Пешие воины вашего отряда ежедневно получают 3 очка опыта во время путешествий. Ну конечно, мы же путешествуем постоянно. Так, жена прокачала метательное оружие. Сейчас быстренько. Ваш запас метательных снарядов увеличивается на 2. Если вы в начале боя верхом. Пешие воины вашего отряда ежедневно получают 1 очко опыта. Хорошая штука. При использовании вами метательного оружия получает урон от оружия 10%. Урон от оружия дальнего боя, получив вашими воинами, уменьшается на 3%. Возьмем очки опыта. Кто там у нас еще? Это моя разведчица, одноручное оружие. В начале боя боевой дух вашего отряда повышается на 8, если у противника численное преимущество. Воины гарнизона, управляемых вами поселения, восстанавливают безопасность на 30% эффективнее. Это хорошо. Воины вашего отряда получают на 5% больше опыта после каждой битвы. В начале боя боевой дух воина вашего отряда повышается на 5. Вот это вообще шикарно, мне нравится. Так, инженер арбалет прокачал. При использовании арбалета получаемый вами урон от оружия дальнего боя уменьшается на 10. Урон от оружия дальнего боя, получаемый арбалетчиками вашего подразделения, уменьшается на 3. Вы можете перезаряжать любой арбалет на скаку. Воины дальнего боя получают на 5% больше опыта после битвы. И атлетику. Ваша броня снижается на 5. Так, 10. Вот, ну, броню возьмем. Пока все, теперь в таверне заберем охранников, я их закину в цитадель, скидываем пленников. Вот так вот, так, даже нанять одного можно, новобранца, цитадель, управление гарнизона. Скидываем сюда наемников. Ну и пока вот так вот. Так, теперь надо пораспускать мелких лордов. 63. Этого 108 отпустим. Ну и пока вот так. Так, в торговле, что у них с едой? Еды нет, но денег 103 тысячи. Это хорошо, у меня есть тут немного мечей. 100 тысяч золотом заберем. Так, отлично. Смотрим, что мы будем отсюда делать дальше. Ух ты, тут бой такой идет.
Ботаницы армию подсобрали. Держись, ребята, мы скоро. Еще одна армия подключилась. Стоять. 1587 на 366 Таванде. Это ботаницы что-то. Так, некогда с вами тут возиться. Победа. 53 с армии, 9 с отряда потеряли. 22 человека улучшили. Одного из плена заберем. Что тут, сержант есть в Лондийске, заберем. Пока хватит. Еду забираем, лошадей забираем. На 6275 на опыт. Еще семерых прокачали. Так, а вот еще одна армия. Цепаните ее кто-нибудь. Давай, 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 отлично. Помочь 2000 против 500. И вондийцев еще наказали. Так, взяли ребят в плен, смотрим, чем мы тут можем интересным. Сейчас шестерых улучшим. Одного из плена забираем. Еду забираем. Лошадок забираем. 6000 раздаем на опыт. Семерых еще прокачали. Так, что у нас? Владение новым городом надо передать. Так, что у тебя? Один замок. У тебя два замка. Можно себе забрать этот город. И можно забрать себе этот город. Но он мне не нужен. Я потрачу 70 очков влияния, но передам этот город вот сюда. Так. Ботания 0% на перемирие, 10% с Вландией меня поддержит, 0% Западная империя. Истурия тоже 0. Выкупов нет. Ага, так, карту развернуть. Вот так вот смотрим. Ботанию подразбили, теперь можно Вландии заниматься. А, надо еще оставшие города подбивать. Ну, тут вроде наша армия справляется. У меня такая неплохая сейчас армия собранная. Я думаю, что мы выдвинемся вот сюда, вот в ущелье, этот замок попробуем захватить. Тут он. Так, наши пока тут вроде справляются. Что тут с этим замком? Осадить 65 человек. Я его лестницами возьму сразу после постройки осадного лагеря. Так, ну сейчас хоть чуть-чуть светло, чтобы было. И в атаку. Пехота, лучники в прикрытие, кавалерия, конные лучники. И все в атаку, ребята. Там, где тут лестницы? Yeah!
Так, эти ребята к лестнице бегут. Эти ломают ворота. И лестницу уже поставили, там пошли. Я все-таки зайду с другой стороны. Вот и лестничка. А мы зайдем с тылу. Ну, кто-то ждет там нас уже. Отлично. Есть. Попал. Убил. Чуть-чуть осторожно. Попал. Блин, своего попал на 56. Не дает мечом махнуть. Так, тут никого, наши зашли. Кто-то в меня только что застрелил. А вот я вижу. Блин, это наши. Открыли ворота, молодцы. Во внутреннем дворе. Так опасно это дело стрелять тут. Своих больше поубиваю. Так, где тут спуск? Все, пока я тут бегал, уже захватили замок. Молодцы. Молодцы. Так, забираем сейчас их в цитадель, закинем. Двоих из плена доберем. Еды нету. Да, раздадим, что тут осталось. И разграбить. И соточка боевого духа. Управлять гарнизоном. Стянем сюда немного ребят. На сплоченность. Ну, наверное, надо вот этот мыс забирать. Пойдем посмотрим, сколько тут в городе народу сидит. Так, замок надо кому-то передать. Один замок у этого. Два замка. И тут два замка. Однозначно тебе, конечно. Так, это у нас что? Оберчех захватили наши, молодцы. Сколько тут замки защитников? 500 человек. Отлично, разорвем. Так, верчех кому-то передать нужно. У тебя два замка. Сколько можно тебе? Тоже два замка. Тоже два. Так. Ну ладно, не тратим очки влияния. Отдадим вот этому парню. За него прям все проголосовали. Идем брать город. Что у меня с едой? 1500. А садить 500.
554 человека. Я думаю, отлично, мы его разорвем. Долго отстраиваются, нормально мы их погасим. Так, выкуплю никаких выкупов, красненькая мигает. Повысим сплоченность. Вторая уже требушетинка подключилась. Пока четвертая достроится, уже все катапульты со стен позбивают. И отлично. Так, что-то у нас тут можно прокачать. У инженера. Вот, инженерное дело прокачал, молодец. Вы получаете одну одиночку построенную баллисту во время начала осады. Максимальная вместимость амбара увеличивается на 100. Ну, такое себе. Сплоченность во время осады снижается на 50 медленнее. Вот, отлично. Уменьшается вероятность потери при обстрелах на 20%. Вот это очень хорошо. Сплоченность понижается. Это очень-очень хорошо. Поехали. Сняли. Сейчас одну стену уже почти добили. Так, сплоченность. Что тут, прибыл гонец, предлагает выкуп. Нет. Так, пробили одну стену, пробили вторую. Снимайте вот эту катапульту. Ночь. И утро. Отлично. Так, что у нас тут? Отлично. И на штурм. И на штурм. Так, раз, два. Пехоту вперед. Лучники прикрывают. Кавалерия вперед. Конные лучники прикрывают. И ребята все в атаку. Ух ты. Так, тихо. Блин. Добаловался. Давим. Трибушеты там прикрывают поверху. Так, прошли с той стороны. Открыли ворота. Как их тут поджимаем. Все, зажали, арбалетчик.
И последних защитников добиваем. Да сколько их там еще? Так, ну это, наверное, последний уже на точке появления. Нет, еще. Уже точно все, да? Ну, еще там их появляется и появляется. Еще 10, 6, 1. Все, теперь точно победа. 12 взяли в известность, 13 влияния. Так, этих мы сейчас продадим в городе пленных. Еды даже досталось немножко. На 6800 ребятам на опыт. Разграбить город. В таверне наемников возьмем. Вот тут даже еще нанять можно кого-то. В цитадель их закинем. Так, тут даже еще еда есть. Позабираем то, что осталось. И 100 тысяч тут есть денег. 25, а тут у меня где-то на 24 есть. Вот 100 тысяч еще забрали с золотом. Так, медик прокачал атлетику. Плюс 4% к урону любым вашим оружием. Плюс 2% к урону, который наносят воины. Хорошая вещь. Скорость передвижения повышается на 5%. 3% скорости передвижения пеших воинов. Нет, возьмем урону. Больше урона. Так, ну что. Хорошо, мы сегодня расправились с ботанийцами. Вландию потрепали, две армии разбили. Забрали город и замок. Я думаю, в следующей серии мы постараемся хотя бы пол Вландии захватить. А на сегодня все. Спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайки. И до новых серий.